14 декабря Верхнеуральский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, стал организатором мероприятия «Благодарим». Этот праздник прошел в рамках федерального проекта «Наставник». На встрече в преддверии новогодних праздников чествовали кураторов и наставников неблагополучных семей в поселениях района. Ведь наставник – это не просто название, это помощь, поддержка и, конечно же, друг семьи. Как говорится в народе, сильный человек не тот, кто побеждает слабого, а тот, кто помогает слабому стать сильнее. Будьте здоровы! Спасибо всем большое! Чтобы уж в ваших домах было добро и счастье, чтобы не посещал ваш семейный уют и дом никогда плохие вести. Еще раз всем большое спасибо! Жительница Межозерного Галина Григорьева отметила 95-летие. Пожелать здоровья юбилярши и вручить персональное поздравление от президента России Владимира Путина прибыли почетные гости. Начальник управления соцзащиты Елена Шишкина, председатель районного совета ветеранов Нина Звездина, замглавы межозерного поселения Елена Серова и лидер местного женсовета Вера Ретивых обратились к имениннице с душевными речами и подарками. Подвиг вашего поколения, поколение победителей, будет жить в веках, объединять наш народ во имя больших созидательных целей. Желаю вам бодрости духа и благополучия. Владимир Путин. В районном центре проходит конкурс на лучшее украшение учреждений или своего дома. До 25 декабря можно подать заявку на участие муниципальным бюджетным учреждением Верхнеуральска. Заявки принимаются в общем отделе районной администрации. Для жителей города, желающих стать участником конкурса на лучший украшенный дом к Новому году, обращаться в городскую администрацию в период с 24 декабря по 20 января.